рождения, дочка. Вот тебе подарок. Цыган наш вылитый. Кто? Буревестник. Максим Горький. Точно. Похож. Вечером ты вот что. Знаю. Сама уйду. До каких? Мама, как получится. Что? Он приедет. Откуда я знаю? Может, приедет, может, нет. В декабре, когда был, обещал. Ради его и народ зовешь. Молодым отдыхать надо, ты понимаешь? Тем более завтра выходной. А мы вот раньше не отдыхали, и выходных даже не было. Чего добились? Работали. И чего? Чего? Работала она. Чего ты работала? Стульев, и то нет. А иконы эти тут зачем висят? Ты же не молишься. Они висят. Я не знаю как. Мать так и не научила. Мам, ты их убери. Позоришь меня перед людьми. Николай увидит, насмех подымет. Куда же их денут? В сенях пусть постоят. Или в сарае. Так это ж грех в сарае-то. Ну все, с меня хватит. А теперь прослушайте прогноз погоды на завтра, 14 мая. Его-то хоть оставь Николая Угодника. Николая, говоришь? Ну, с Николая-то пусть стоит. Разрешаю. А эти в печку или как? Я их людям отдам. Кто их возьмет? На привидение похоже. Чтоб я их в доме больше не видела здесь. Обыкновенный Сезар. Так он фортку стекло разбил. Прихорчиться захотел. Твоими пирогами за версту несет. Нет, здесь не то. Ты форточку за дверь фанеры какой? Или джиам шарим? Неожиданной смерти к безумию. Слышь, Танька, к безумию. Что заголосилась, дуру? Верить-то чего всяким шалоболам? Так не шалоболы, книгу ведь. В печку ее. Так нельзя в печку, от матери достался. Что, за бабку верил? Приметы верила, на икону только крестился. Против правды буду безумная, мам. От любви буду.
Не безумный, а бесстыжий. Может, у него жена, дети? Нет никого. Забыла, как вас звать. Я, гражданин Поп, я вам тут принесла, вроде подарочка. Отслужили сегодня уже, да? Вас, говорят, под клуб оборудовать будут. Ну, а что? Людям ведь кино нужно. Ты крещена? Да вроде. Да вроде. Спасибо тебе, иди. Постой! Тебя как звать-то? А это вам зачем? Молиться за тебя буду. Да не надо, я ведь не верю. Давай, Василиса, согрей. На гармошку у тебя. Это музыка моя верная. А ты спишь здесь с музыкой-то? А чё, тебе завидно? Завидно. Да нет, так, интересно. Василиса живет от меня раздельно, в коробке. А без коробки музыка портится. Зубами-то чё, не культурно? Нет, не танцуется. А я другую могу. Марш могу. Какой-то марш, дядя Антип. Понимаешь, что сейчас журналист приедет с областной газеты? А ты что, со своей голой музыкой тут трындеть будешь? Ну и чё? Пусть напишет про мою голую музыку. Получше, чем про ваш чугун. Ты что с тобой говорить? Ты живой! Ребята, напечь его. Пацаны, вы чё? Ай, ты балдёшь, так больно! Вы хоть стакан не налейте! Чего, сами не протопим? Глянь, бакушка, у соседей темно. Он в ночную, и она уехала за картошкой в деревню. Куда мне? На мороз. Ты же обещала. Поздравляем! Ой, это мне? Да не, радиолу инженера задним. Пластинки тебе. На сундук ставь. 21! Съешь мандарин! Раз радиолу, зачем пластинки моя? Пластинки где? Ну, сосед, пусть вы. Ты ж мертвец. Ты ну чё, она ему дала? Кому? Журналист! Ну да ладно, нет! А я думаю, что нет! Ой, да ладно! Ну нет же никакого Николая! Он во сне приснился! Ой! Костя, Света, не проси! Мне задай! Хватит тебя! Не, ну перестань! Осторожней же, как угодно! К нам не прилипает? Меня танцевать возьмите! Мам? Как драк-то вам не хватит? Где отсюда, мам? Или мы тебя убьем? Вот, суки! Свет вырубили! Это в окно, глянь! Весь поселок вырубили! Один завод горит! В темноте ты не в обиде! Ну что, теперь вам! Без нас, Василисы, кранты! Наконец! Цыганов хочу! Садимся! Цыгана, тащите сюда! Ребята, только выпьем сначала!
Голодный. Голодный, отдать тебе нечего. Лис. Лис. Если что от них останется, все твое будет. Белый танец. Алевтина? Нам приглашают кавалеров. Алевтина, тебя приглашают. Сейчас все пройдет. Вот ты где, Николай. Давай только по-тихому. Есть кавалер. Нашелся! Зашвалится! Надо. Собирайся и побыстрее! Шевелись! Ясно! С вещами? С инструментом! Ясно! Чего стряслось? Ты чё этого знаешь? Ясно, а всё-таки? Провокация. Ясно, американцы. А откуда они здесь? Неизвестно. Может, оттуда? Ясно. У вас же перехватчики есть. Заткнись, или я за себя не отвечаю, понял? Ясно. Чё, пристрелишь, что ли? Ладно, стреляй. Жопу попробуй. Пробовали? Каменная. Ты ее на кровать положи. Так оно удобнее будет. Вот ты положи. Танька, кончай дурить. Слышь меня? А что, при столбняке бывает одеревенение тканей? Такого нет, не бывает. Дочь, я во всем виновата! Я! Куда? Куда пошла? Может, ей укол, а? Дерешку пили. Это ж икона. Ну и что? Она ее не отдает, цепилась. Распилим по кускам и вытащим. Нет, икону я пилить не буду. При чем здесь это? Больную нужно срочно госпитализировать. Не ори. Она находится в глубокой коме. Не ори. Надо ее как-то от пола оторвать. А, дядь Паш? Вот если бы его немного подрубить...
Ну и руби скорее, тебя для этого и позвали, дурака. А что ты орешь-то, начальник? Плевое дело. Вот если ее полотенцем прикрыть, а то больно страшно. Ну вот, другое дело. Из чего у них полы сделаны? Из дуба, что ли? Не из дуба, из мертвого дерева. Ты работать будешь или нет? Вчера точил. А все, тупой. Кровь вроде. Послушайте, товарищи. Откуда? Чудеса прям. Может, какую молитву прочесть? Сумасшедший дом. С тамиской давай. Она ж финская, американка моя. Это ж на века. Такого не бывает. Я ж ей железо резал. Идет сюда. Куда? Распишись. Чего это? Подписка о неразглашении. Будешь трепаться, я посажу. Сама отдала мне их. Братья! Вы у меня их силой выманили! Материнские родные! Сейчас! Нетростью забрали! Это хорошо, что пришла. Хорошо. Зачем? Услать куда-то хочет. Не поеду. Уж лучше ездить, чем читать ваши перлы про надои и удои. Кстати, как правильно будет, надои или удои? Посмотрю, удаля. Какая разница? Ты что, с утра похмелился? Чего? Минутку.
буфет колбасу завезли, студенческую, бывшая чесночная. Ты ход мысли понимаешь? Все, пошел. Что волит? Дал бы бог. Артемьев! Деньги для кассы взаимопомощи. Галь, ну, ничего нет, вот. Через неделю уже зарплату. Да ты и зарплату-то не даешь. Настя. Здравствуйте. Ёп! Ломанная зараза. Сиди на холодном, вредно. Да. Туфли модельные. Ну? Московские. Понимаю. Фабрика парижская, кому? Поцелуй. Не могу, я чесноку наел сейчас. Дурачок. Когда придешь? Никогда. Все. Закончим. Ладно. Ненавижу. Да-да, мне все. Через неделю все забирать. Слыхал? Фельетон Артемьев. Обзор Артемьев. Стихи к дате Артемьев. Колонка «Отвечаем на любой вопрос» Артемьев. И за все ж за это тетимите, а в кассу взаимопомощи шиш. Пусть Галя со своей зарплаты. Пусть... Смола эпоксидная. Чего? Или эпоксидная. Что хочешь, склеит Галя. Хоть любовь. Добро. Ты как к религии относишься? Как все. А что? Ничего. Совсем, понимаете ли, разошлись. Кто? А, религиозники. Без уверы. Бесчинствуют. Жируют, пропагандируют всякий вздор. А это смотри. Где жируют? Да гречанский. Не понял. Альберт Максимович, я был в Гречанске в декабре, по вашему же заданию. Дыра нет там, не может там быть никаких изуверов. В декабре не было. Мы просто тихо сидели. Страшный суд. Скоро. Нас тут нет. Слышал? Слышал, Альберт Вахтангович. Надеюсь, нас привлекут как свидетелей? Ты что, из буфета? Так, у вас ее студенческая. Это бывшая чесночная. Наверное. В Москве что-то назревает в партии. Кто-то хочет подорвать устой. Только это между нами. Не пройдет ни до деревья. Понимаешь, все как-то неопределенно. И до Гречанска дошла эта качка. Кто-то распускает слухи, что все грешники окаменеют, будут стоять, как столбы. Вот одна девица уже стоит. И к Пасхе воскреснет. Девица-копсоволка? А ты хочешь, чтобы она была партийной? Невозможно, Альберт Вахтангович, чтобы комсомолка воскресла. А вы ее расстреляйте. Пошел ты вон! Это она мало перемещает. Понял, пора на меня чуть-чуть на дворе. Так она окаменела или нет? Конечно, нет. Но понимаешь, дело очень серьезное. Серьезное. Для Министерства госбезопасности. Они уже работают. Передовицы нет. Фелитон. 20-й съезд партии в стране, а тут, ну, не мне тебя учить. Материал должен быть горячий. Может, там заметят. Билет. Лартерии быстрей. Бегом!
Как не реагируем? Спецкор уже в Гречанске. Добро. Ну. Осторожно. Ты что, ошпарить меня хочешь? Ну, да это я не тебе. Ой, представляешь, ровно раз в месяц, как часы прямо со своим точильным станком, он к главному в кабинет. Этот армянин, а наш грузин. Но оба тифлиска, оба чуть ли не на одной улице жили там. И каждый раз все это заканчивается диким криком, скандалом. А что ты так развеселился? У тебя в Гречанске любовница, сознайся. Ты думаешь, мне хочется тащиться всю ночь в воюющем поезде в какой-то Гречанск? Так есть или нет? Очень вкусно получилось. Как перед Богом? Я атеист. Разведусь я с тобой, Коля. Причина? Во-первых, ты не пропускаешь ни одной юбки. Ну, это мы уже слышали. Во-вторых, жить с атеистом – мука. Но я не законченный атеист. Есть законы природы, которые нам не дано знать. В это я верю. Но Бога, конечно же, нет. Почему нет? Потому что если бы Бог был, он бы избавил меня от этого унижения. Писать фельетоны про какие-то коровники, изуверов. Газета бы исчезла, провалилась бы в тартарары. Если бы Бог был. Я записалась на завтра к онкологу. Зачем? Разве тебя это интересует? Не делай из меня монстра, пожалуйста. Почему вдруг к онкологу? Уходи из газет. Брось все, пиши стихи, как раньше. Как-нибудь проживем. На твою зарплату. А то меня просто посадят, как тунеец. Ты рыб-то кормишь? Они же у тебя голодные. Жрут друг друга с голодухи. А тебя, Альберт Вахтангович, я вообще отсажу. Вот так вот. Куда подальше? Ты прекратишь или нет? Да не тебе я. Да муська тут прыгает. Поклянись, если ты встретишься в Гречанске с любовницей, ты мне об этом расскажешь. На чем клясться? На Библии? Вот здесь и будешь жить, Альберт Вахтангович. Вот здесь. На собственной книге. Ты сама не понимаешь всей этой пошлости? Кончить филфак, чтобы потом изменять жене в Гречанске. Докатились. Да, докатились. У тебя гречанский любовниц. Еще этот съезд на мою голову. И займем их не место. Вы знаете, буквально 2-3 года делаем чудеса. Извините, пожалуйста. Товарищ Артемьев! Артемьев. Кондрашов, уполномоченный по делам религии при горсовете. Знаете, как я вас вычислил? По шляпе. Простите за опоздание, дело не проворот. Как доехали? Ужас. Позвольте. Ну что поделаешь, провинция. Купейных вагонов к нам нет. Ничего, сейчас в гостиничку позавтракаете, передохнете. Потом вместе поздравим победителей присъездовского соревнования. Послушайте, простите, как вас? Михаил Борисович. Вот именно. Вы меня за этим вызвали? Честно? Да. Не за этим. А чуть, который наш боженька сотворил, слышал ли? Ну, в общих чертах. Так как назовем фельетон? Чудо к съезду? Шутите, надеюсь. Врежьте, товарищ Артемьев, по мракобесам. Разоблачите слухи и сплетни отживших старух. Врежьте им крепко. По партийному врежьте. Сергеевич! Сергеевич! Пусть, товарищ Михайлович.
Михаил Борисович. Да, хотелось бы успеть на 12 часовой. В поезде что-нибудь набросаю, утром филитон будет уже в главном столе. Так что поехали к вашему счету. Куйбышева 30. А как зовут девицу? Татьяна Скрипникова. Как? Скрипникова? А почему здесь Куйбышева? А что, вы с ней знакомы? Нет. Мне в редакции другой адрес сказали. Чекалова. Никакого адреса я им не давал. Значит, тут напутали. Сиди как дура, поухаживай за корреспондентом. Сами пекли. Сама, золотые руки. Недаром мотальщица работает на ткацкой фабрике. Мотальщица? Что мотаете? Спасибо. 40 не мотает. Что еще в нашей стране можно мотать? Шучу. Ну, Танюша, давай расскажи нашему гостю. Все как было. Ну, было это, значит, в мое день рождения. Мы собрались. Выпили? Нет. Немного. Водки. Да вот она, честно говоря, сивуха, дрянь. Да. Ты же говорила, стихи читали. Да. Стихи какие? Таня. Маяковский. Полное собрание его сочинили? Да. Дальше? Дальше радиол завели. Угу. Танцы. Молодые. Танцы обжимают. Что танцевали? Фокстрот. Да буги-вуги они танцевали. Буги-вуги. Ну, как же я такое напишу? Это же тень на весь город. Да можете. Я свободу вашего творчества не стесняю. Ну, и? Вдруг мне сильно поплохело. В глазах темно, ноги не идут. Дальше вызвали скорую, укол сделали. И ноги пошли. А утром я уже на работе была. Уже мотали? Уже мотал. А что ж ты про икону забыла? С кем ты танцевала? С Николаем Угодником? Да. Я не помню уже. Что-то у нас с вами не вытанцовывается. Кто-то из классики? Салтыков-Щедрин? Гоголь. Заколдованный умер. Так вот, это он про наш гречанский. Как тебе не стыдно? Образование 8 классов, комсомолка, работа. А счастья нет. Будет. В газете про нее напишите, будет. Ну... Да что, из тебя все тащить надо? Не молчи, как рыба. Хватит. А потом песни петь стали, креститься на меня. Какие песни? Псалмы у них называются. Стали возле ее дома сектанты собираться, кланяться. Что-то я никаких сектантов возле дома не увидел. Так мы объяснили. Чайник поставь. Мы им объяснили. Нету чуда. Простой медицинский случай. И все. В общем, все. Ну, садись. Давай тебе и про фабрику расскажи. Про фабрику не надо. Спасибо. Ну, не болеет Татьяна Скрипникова? Именно так. Не назовите ее Тоней или Ольгой. Не перепутайте, дело важное. Не перепутаю. Когда выйдет статья? Ну, как главный номер поставят. Думаю, задерживать не будет. Дело-то ясно. Ясно-то ясно. Но надо прислать ее нам на согласование. Ну, это уже не применяет компетенции главного. Вот как? Хотите анекдотиться? В приемной Бога звонит телефон. Ангел снимает трубку и говорит: «Вас телефон, Господи». А Бог ему отвечает: «Скажи, что у меня нет». Понимаете? Скажи, что... Нет меня!
нету. Напрасно вы так. В ресторане для вас стол накрыт, обкомовского уровня. Салатик мясной, ассорти мясное. Бифстроганов у них замечательный. Я, знаете ли, мясо не ем. Да. Вы провожайте, у вас и так дел полно. До свидания. Мясо не жрет, а еще в шляпе. Куда? В ресторан. Не пропадать же добру. Милой мужик, Сергеич. Чую, запорить дело. Нутром чую. Мам, муж домой пойдет. Но хочешь иди. Ваши документы. А что такое? Ты что, глухой? Документы, гражданин. Пожалуйста. Куда идете? На вокзал. Возвращайтесь обратно вокруг завода. Так это же еще 3 километра. Идите, гражданин. Разрешите? Коля. Василий Армянский. Здравствуй. Ну, здравствуй, здравствуй. Изменился как-то? А? А? Посидел, что ли? Что случилось? Неприятности? Работаю, как видишь. Даже по ночам. Ну, этим нас не удивишь. А жена как? Терпит? Развожусь. А чего так? Прихожу с работы. Молчу. Угу. Она приходит, она молчит. Так 10 лет и промолчали. Да. Могу понять. Сочувствую. Опять к нам не дописал, чего? Да, именно так. И нужна твоя помощь, Василий. Только не превышай служебные полномочия. Получил я тут редакционное задание. Описать здешнюю комсомолку. Так. С которой якобы случилось ЧП на какой-то там вечеринке. Ну, тема горячая, атеистическая. Приезжаю с утра в Гречанск, а ваш уполномоченный по делам религии мне тюрьку под нос подсунул. Кондрашов, что ли? Угу. А мне же туфта не нужна. Мне живые люди нужны, а не ёлка пионерская. Нет, не знаю. Ну как же, на Чкалова. Ваш двойной кордон стоит, и ты не знаешь. А ты откуда знаешь, что девица на Чкалова живет? Хорошо. Даю показания. В прошлый приезд склеил я тут одну. Прямо на заводе. Вот такого роста, дева. Улица Чкалова, дом 36. Скрипникова, Татьяна. Извини, Коля. Мне работать надо. Вась, ты, может, не понимаешь, это не личное дело. Это партийное задание. Лично главред прислал. Ты, небось, без партии. А мне портбилет на стол. Ну что, мне на колени перед тобой встать, что ли? Разговор окончен. Вась. 21. Покаж. Костер зачем? Чтоб весь завод любовался? Ведь мороз, товарищ капитан. Холодно им. А мать ее где? Пояс одарил.
Нечестный случай. У тебя 5 минут. Стекло запотело. А почему не топить? А для кого? А портфель? Вода же ледяная. Погоди, пока согреется. Да что с тобой? Что-что? Похмелиться треба. Доброе утро. Да, доброе. Не такое уж оно и доброе. О, интеллигенция, мать вашу. Зачем тебе медицинская энциклопедия?
полномасштабный ступор опорно-двигательной системы. Как это у тебя там дальше? С полной сенсорной деривацией, гиальцефальным ступором и поражением нервной системы. Так? А чем вызван этот крупномасштабный сенсорный ступор? Чем угодно. Простуда, нервное потрясение, мало ли чем. А ты у нас, оказывается, доктор. Я не доктор, это я из медицинской энциклопедии взял, чтобы хоть как-то объяснить увиденное. Ну и дурак. Своим дилетантским диагнозом ты подтверждаешь бабьи слухи. Если в газете написано «было», то значит «было». Я предлагаю единственно возможное. Разобрать все виденное целиком и полностью с естественно-научных марксистско-ленинских позиций. Век атомной энергии, век телевидения. Нет сенсорного ступора. И не могло быть. Она нет и суда нет. Или переделывай в корне свою писульку, или... Я понял. А где генералиссимус? Съезд. Ну? Вчера письмо читали. Закрытое. В обкоме партии. О чем? Я же говорю, закрытое. Он что, тоже? Японский шпион. Убирайся, ты! Артемьев! Ты такой смешной. Тебе раньше никто этого не говорил. Да. Ну что, в набор? Зарезал главное. Гостите по-пирожски, что ли? То есть как? Ты развалил завтрашний номер? Там в Москве у них видно, что там. Главное, что штаны наложил. Да куда он денется? Покочевряжется и поставит в номер. Плюнь. Сделай, как ему надо. Добавь пару анекдотов, шутки в финале. Мне тебя учить, что ли? Так было чудо или нет? Сама как думаешь? Я думаю, было. Почему? Почему так думаешь? Потому что ты вернулся из Гречанска в разных носках, бледун. Павел, я у себя. Кстати, ты оказался прав. Можно и так, и так. Это насчет чего? Можно и удои, и надои. Спасибо тебе, Паш. За что? За все спасибо. Что ты делаешь-то? Ты была у онколога? Не мешай. Полипы какие-то. В общем, ерунда. Забудем. Сольный, понимаешь? Сольный. Я прям трясусь от страха. Полипы. Правда, не в филармонии, а в Дворце культуры. Бред какой-то. Полипы. Полный бред. Скажи-ка мне, было ли чудо в Гречанске? Голая медицина. Клинический случай. По какому случаю праздник? Меня выставили. Финита ля комедия. Из-за статьи. Заявление по собственному желанию. И мне. А тебе можно? Нужно. А ты говоришь, не было. Разве это не чудо, что ты развязался с газетой? Ты теперь свободен, Коля. Можешь писать, как прежде. Ты ничем не связан. Спасибо, Господи. Спасибо тебе за чудо. Если стадо считают по головам,
то собьются, коль там трехголовый змей. Кто так смог написать? Кто? Поэт Николай Артемьев. Возьму еще. Часы в музыкальной школе, час на уроке, как-нибудь проживем. Как-нибудь переживем это время. Что-то меняется. Главное. Что главное? Ну, я не знаю. Наверное, никогда не врать, Коля. Никогда, никогда. Никогда. А ты к маме когда последний раз ездила? Год назад, ты знаешь. Да. В Ленинград ты ездила. С ним. С гением своим. Все вокруг знали, что вы с ним. Один я ничего не знал. Идиот. Он умер, Коля. Его больше нет. Мне очень жаль. Морду ему не успел набить. Он умер, побойся Бога. Странно. Две жены, три дочери. А на похоронах почему-то рыдала моя жена. Галина об этом оповестила всю редакцию. Ты спишь с ней. А ты как хотела? С Галей, с Валей. Да с кем придется? Ты как хотел? И в отличие от тебя, я не вру, заметь. Я всегда считала, что ты... Ты тонкий человек. Поэт. Ты сможешь понять. Хорошо, разведемся. Хотел, очень хотел. Сейчас не хочу. Ну да, чтобы потом всю жизнь называть меня потаскухой. Просто там, в Гречанске, это и многое другое разом исчезло. Просто потеряла всякое значение. Так значит, там... Чем обязан? Прочитать нужно. Какой экран заказывать? Через управление кинофикацией. Может быть, обойдемся без экрана? Как? Дом культуры без кино? Нет. А приостановить? Отложить временно? Его святейшеству, святейшему Алексею, патриарху московскому и всея Руси, атеерея Андрея Голубцова, настоятеля храма всех святых в городе Гречанске. Вы писали? Самоуправство уполномоченного по делам религии не имеет границ. Осквернение кладбища с костями наших отцов. Само существование в городе храма поставлено под угрозу. Стиль-то какой канцелярский. На почту перехватили. Боже упаси, Андрей Евгеньевич, какая почта? Из канцелярии святейшего мне передали с особой резолюцией разобраться и принять меры. Сам святейший наложил резолюцию? Ну, не сам, конечно. А разве это важно? Главное, что виновный в безобразиях уже найден. Кто? Уж не я ли?
Вы? Какой вы догадливый. За это я вас и люблю. В этом городе живут одни дураки. Умных между нами православными только двое. Вы и ваш покорный слуга. Знаете, как это местечко называлось при Екатерине Великой? Смердянск. Да? Горнорудный завод Смердянск. Каково? Клянусь покойной мамой. А вы, оказывается, креститесь. Вы что думаете? Это все я? Я кладбище под снос? Это все он? Курите! Идите. Больше с обеда. Курить идите. Вы слыхали, что он начудил недавно в Москве? Что именно вы имеете в виду? Суд страшный он затеял, вот что. И сам встал на место Христа. Генералиссимус наш покойный, царство его небесное, душегуб показывается. Людоед, а сам он кто? Ему галушки жрать и рабах танцевать. Храм. Мы с вами говорили о храме. Вы по воскресеньям читаете проповеди? Нет. Почему? Вы мне запретили проповедовать. А, да. Теперь я разрешаю. В ближайшее воскресенье скажете вот что. Чуда на Чкаловской нет и быть не может. Приведете аргументы. Вот, собственно, и все. Зачем? Ну, за тем, что вас в городе слушают. И что тогда? Остановим строительство. Храм закрывать не станем. Годик-другой продержитесь, а там, может, что-то в стране изменится. Времена сейчас быстрые. Так есть чудо на Чкаловской или нет? Нет. Поклянитесь. Не могу. Не могу нарушить заповедь. Не клянись и не лжесвидетельствуй. А что есть? Слухи. Ведь вот до чего дошло. Будто проходил, как окаменелая девица, какой-то старичок. В избу ворвались, а старичка и след простыл. И был этот старичок. Кто вы думали? Николай Угодник, я знаю. Мне одна прихожанка рассказывала. Кто такая? Имя, фамилия? Не помню. Седенькая такая. Седенькая. Найдем. Проповедь вашу вам завтра завезут. Я ее сам напишу. Нет уж. Я уж как-нибудь от себя. Никакой от себятины. И очи всех на тебя, Господи, уповают. Дальше. Тихо. Благослови, Господи, есть и питье рабам Твоим. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Тихо. Тебе что, особое приглашение нужно? Садись, Александр. Вон. Школа без завтрака. Саша! Сиди. Пусть побесится. Да в школе у него неладно. Знаю я. Что-то не рано сегодня. Что говорят об этом в городе? О чем я знаю? Я в городе совсем не бываю. На базаре. Вы бываете на базаре, что говорят? О чуде на Чкаловской говорят. Значит, стоит девица. Вы сами-то верите в это чудо? Я по глазам вижу, что верите. Бога-то нам поверить труднее. А вот сказку в абсурд нелепицу мы верим безоглядно. Что вы такое говорите? Я в Господа нашего Иисуса Христа верю. Саша! Куда? Сашка ушел, удочки взял. Садись.
клюет же у тебя! Поторопился. Ну что ты так? Ай! Молодец. Не хочется в школу? Разнят! Меня тоже дразнили поповским охвостем. Было в те времена такое словцо охвости. Сейчас уж никто его не помнит. Я не хочу быть твоим охвостем. Тогда тебе нужно отказаться от нас с матерью. Но сейчас не 20-е годы, сейчас не поймут. Я уеду на стройку. И через 5, пожалуйста. Сбежишь раньше, мы тебя объявим в розыск, Саш. Тогда ты откажись. Отец твой дед, он был простой сельский священник. У нас было у него 5 детей. Да когда это было? Он давно уже умер. Умер, говоришь? Умирает Саша дома. В своей постели. Среди родных и любящих. А в лагере на нарах. Подыхают в отчаянии и муках. Это его крестик. Упокой, Господи, душу страдальца. Прячешь от товарища. Одеть крест легко. Пойти на крест. Даже Спаситель плакал в Гефсиманском саду. А что говорить о нас грешных? Я на крест не пойду. Тогда ты будешь стоять у креста, на котором распинают другого. Сможешь ли ты? Сможешь? А ты? И еще велено передать. Можете редактировать по собственному усмотрению. Желаю здравствовать. Это от Кондрашова, сожги. Книжники и фарисеи, комара отцеживающие, верблюда проглатывающие. Почему здесь это? На свете есть только два чуда. Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. И Кант сюда приплюнул. Сожги. Вам. Вы что-то хотите мне сказать? Михаил Борисович очень образованный человек. Даже слишком. И добрый. Очень. Я думаю, что он поможет вам спасти приход. А ведь вы накрашены. Я же вижу. Губы. Губы-то у вас накрашены.
Я же вижу. Идите! К детям идите! Не смей трогать, мать! Иди, красится она. Не красится. В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня у нас прощенное воскресенье. Мы должны войти в Великий пост без злобы на сердце, прося прощения перед ближними своими за обиду и боль, которую принесли им случайно или осознанно. Просить прощения нужно даже тогда, когда мы лично не чувствуем за собой никакой вины. Потому что нечувствительность – это есть ложь. Невиноватых нет, все мы виноваты. Перед детьми, матерями, женами, перед природой и страной нашей. И если дело Господа – карать и спасать, то дело человеческое прежде всего – просить и желать прощения. И не до 7 раз, а, как сказал нам Спаситель, до 7 раз. И я говорю вам сегодня – простите меня, недостойного пастыря вашего, за все грехи, которые вольно или невольно я перед вами совершил. Прощение и любовь. Вот все, чем мы можем ответить на алчность и злобу в этом падшем мире. И еще. Идущая от сердца молитва. Но не одно это хотел я вам сказать сегодня. По городу ползут упорные слухи. Якобы какая-то девица окаменела и стоит уже с января. Одной веры нам недостаточно. Нам чудо подавать. Небесного знамения Отца Господа в облаках. Девицы, застывшей посреди избы, с иконкой в руке. Разве мало вокруг нас незаметных, но тем не менее явных чудес? Разве сама жизнь не кажется вам самым верным чудом? Вокруг нас мириады мертвых планет, грубая, неодушевленная Господом материя. И вдруг на маленькой голубой земле полуразумные животные, красота лесов, радость материнства. Какого вам еще чуда надо? Неужели вы подобны фарисеям, что комара отцеживают, а верблюда проглатывают? Главное чудо на земле доступно каждому из вас. Звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас. Аминь. Пришли. Собирайтесь. Просили доставить вас. С вещами. 5 минут есть. Покурим.
Сашке скажу. Да нет, ничего не говори. Ну все, все. Значит, нет, чудо? Отец Андрей? Нет. Определённо нет и никогда не было, повторите. Оставьте меня ради Христа. Мне чудо, кроме электрификации и газификации? Да нет меня, сатана! Лампочки или чак? Вот чудо, так вы сказали на проповеди. Смелее. Смелее, отец Андрей. Смелее. Значит, нет чуда. Так вы сказали. Значит, как? Нет чуда. Поп, это водку с пивом глотал. Чудо, да и только. Кузов, полезешь? Тебе куда, батюшка? Ну, все. До поворота подкинул. У вас что, даже зимы нет?
Не водится, Никита Сергеевич. По штату не помог. А за победу я первый лицо в партии. Иосиф Виссарионович расстрелял бы вас. Ну-ну. Чего так испугался? Не будет больше репрессий. С нарушением социалистической законности покончено навсегда. Я вперед, Сергей. Пешком прогуляйте. Что? Что у нас было по-гречански? Кавалериан Григорьевич. По линии комитета я уточню. Первобытные нравы, а ведь тоже советская земля. Никита Сергеевич! Завтра, завтра и споем, и спляшем. А сейчас я спать хочу. Сердечное спасибо. Хлеб, соль. Спите, спите, хлопцы гаврики. Корреспондент лондонский «Таймс» Джек Стивенс сообщает из Москвы. Секретный доклад Никиты Хрущева. Привет! В этом съезде партии... Никита Сергеевич. Отец всех народов, победитель в войне, великий поручик объявлен палачом и убийцей, погубившим сотни тысяч своих соотечественников. А ведь я вспомнил. Деятельность антисоветской сектантской группировки. Вот что такое Гречанск. Что ты об этом думаешь? Думать не могу. Клопы. Ну да. Клопы. Это тоже политический вопрос. Да куда ты? О, ну лови же, ну, ну. Я гляжу, ты неженка. Эти твари даже в землянках и блиндажах водились. Я на Киевском фронте только керосином спасался. Намажешь кровать керосином, вот, на керосине и спишь. Но сейчас-то... Не война. Почему не война? Она не кончится нигде. До полного построения коммунизма. Ты... Так что там МГБ по сектантам? Там не сектанты, там сложнее. Клинический случай. Всех завтра разгоню. И какой же вывод изо всей этой истории? Вывод прост. Гостиницу срыть и построить новую. И весь город заодно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Тут у вас. Горячо. Ой. О. Осторожно. Упарился тут у вас. Осторожно, Никита Сергеевич. Никита Сергеевич, взгляните. Это что? Вы, Никита Сергеевич. А я думал, зеркало кривое, как на ярмарке. Удалить живопись. Вам что, незнакомо решение 20-го съезда нашей партии? Нового культа личности захотели? Ха! Клопов коммунизм, понимаете ли, захотели? Не будет вам культа. И клопов не будет. Снять и повесить Ильича. Даже Ленина, понимаете ли, нет, Валерьян. А что у них есть? А уполномоченный совета по религии есть у вас? Есть? Кондрашов! Уполномоченный по делам религии Кондрашов. Что у вас с глазом? Нету.
Ну, докладывайте. Антирелигиозная пропаганда на высоте, в церкви никто не ходит. Талмудисты, сектанты и начетчики сидят по своим местам. Да тоже так. А подробнее? Какие сектанты? Где? С кем? Можете, в церкви никто не ходит, отвечать и смотреть мне в глаза. Единственный храм в городе закрываем. Значит, еще не закрыли. А зачем закрывать, понимаете, этот храм? Вы знаете? Знаем. Ну тогда ответьте мне, зачем? Зачем закрывать единственный в городе храм? Отвечайте. Ну? Потому что коммунизм строят свободные люди. Поп не только врет. Он закабаляет, вы поняли? А рабов сейчас быть не должны. Коммунизм строить не рабы. А грамотные, начитанные и свободные советские граждане. Повторите. Рабов не должно быть. Вот именно. А вот девица. Нету девицы. Ай! Мое. Что это чудо? Позорное для коммунистов явление. Какая-то старушка сказала, что стоит девица, окаменела. Бюро обкома порекомендовало бюро горкома изъять это явление и ликвидировать. А бюро горкома волынно как могло, в результате чего мы имеем ослабление работы на местах. За этим кто-то стоит, виновный понесут. Администрация... Ну а вы-то, вы что сделали? Организовали наряды, посты, охрану никто не прошел. Из области вызвали архиерея, чтобы он вмешался в это дело. Валерьян, архиерея. А ну, поехали! Светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу Господня, да на тебе воссияли буйные, и веселися сегодня, и же чистая красуся Богородице, о восстане Рождества Твое дано. Христос воскресе, и смерть к смерти, и смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе, и смерть к смерти, и смерть поправ, Иисущим во гробе живот даровал. Христос воскресе... Добрый день, гражданин архиерей. А что это вы все в золоте? Так, Пасха. А при чем тут золото? Значит, на золотые плащи есть средства, а на коммунальное городское хозяйство нет. У церкви свой бюджет. Неправильно. Вот так быть не должно. Да. Все должно быть общим и церкви, и все. Выметайтесь отсюда все. А ты, Валерьян, куда? Останься. Ну? И чем вы здесь занимаетесь? Читаем акафист святителю Николаю и пасхальный канон. Слава Богу. А зачем все это читать? Добро. Бог-то нет? Бог есть. Есть. Бог – это справедливость и коммунизм. Бог – это истина. Ну что есть истина? Вы на каком фронте воевали? Да что с вами разговаривать-то? Вы же не понимаете человеческого отношения к себе. У нас церковь отделена от государства. Это сумасшедший дом какой-то. Мы, понимаете ли, будем материальный уровень повышать, а вы в колокола лупить. Я вообще-то на втором белорусском воевал. Награды имею. Вы когда родились? В 900-м. А вы? В 94-м. Извините.
А вы крещеный? Ну? Неправильно это. Надо всем заодно. Вы с одного конца, мы с другого. Вместе и пойдем. Мне кажется... Креститься надо, когда кажется. Принцип! Должен быть принцип! Мы верим в материальный прогресс. И нечего к нам мешаться. И мы к вам не мешаемся. Вы сами исчезнете. Безо всякого нашего усилия. И вообще, очистите помещение. Что это вы тут развели этот акафист? Не могу. Это что еще за статуя? Валерьян, давай. Может, не надо, Никит Сергеевич? Брать у нее икону. Ну, а то как-то неудобно. И не дерзаю. Я приказываю вам, как старший по чину. Не могу. Я сам. Я попробую. Не получается. Бесполезно. Здесь нужен инок, девственник. Ну так давайте нам его сюда. Нету. Почему? Потому что вы все монастыри закрыли. Какие у нас теперь иноки? Бог знает что. На все в этом городе один ответ. Нету, нету и нету. Осади! Давай назад! Они там, понимаете ли, в Москве жируют, а гречанск что?
не советская земля! Я их повышвыриваю из теплых кабинетов и к вам на завод и в горячий цех! Вы потерпите, товарищи. Скоро все будет. Мы сейчас переходим на 7-летнее планирование нашей социалистической экономики. В конце 7-летки все появится, я обещаю вам. Да и Киев не будет ничем отличаться от Гречанска. А Гречанск от Москвы! А теперь и у нас к вам вопрос. Может, как-нибудь разрешим его, а, всем миром, товарищ? Инок срочно нужен. Девственник, так сказать. Ну, в общем, понимаете ли, не порченый. Ну, девок, чтоб не знал. Есть! Он инок? Тебя как звать? Сашка. А ты из какой семьи? Тебе, то есть, чем отец занимается? Поп. Отец его поп. Ну, у тебя одни попы. Ну, и где же твой поп? Сбежал. Уже месть как ищем. Найдем, Никита Сергеевич. Прыгай! Осторожнее, Никита Сергеевич. Это инок. Это школьник. А что мне делать надо? Святителя Николая из ее рук взять можешь? Зачем? Да что же это за город такой, извините за выражение, как же с вами коммунизм-то строить? Икону возьми у нее, сказали тебе. Уйди! Ну, взял. Пойдем отсюда, Валерьян Григорьевич. Нам тут делать нечего. До свидания, товарищи. Икону. Нате. Было чудо или нет? По-моему, нет. Я того же мнения. Думаю, архиерей все это устроил. Надо бы протащить его по партийной линии. А вы думаете, он партийный? Уверен, он же воевал на втором белорусском. Если, конечно, не врет. Попам никакой оттепели, одни заморозки. Чудо в другом. Вы взяли в руки палку, и только после этого они все зашевелились. Вывод? Вывод прост. Берите в руки палку и действуйте. Нет, нельзя. Не хочу. А иначе не получится. Почему? Сами знаете, Никита Сергеевич, Россия. Так нам на роду написано. Чудо, как красиво. Как будто ангел летает. Это не ангелы. Это облака.
А что значит облака? Сгустки воды и газа. Ну что ж, Валерьян. Будем чистить ряды. Щука-то уже отнерестилась? Отнерестилась, правильно. Сейчас плотва пойдет. Правильно? Не, в этом году рановато. Ну как рановато? Вода-то не прогрелась еще. Я уж в том году в это время лещей таскал. Да ну? Да. Смотри, кстати, можно на эти выходные стоит съездить. Иди, иди. Вперед. Давай, давай. Все велико. Рот открой. Шире. Еще шире. Что? Легкие чистые. Давление, загулял, пульс в норме. Зубы, как у новорожденных. А психика? Психика? Психика не по моей части. Значит, все в норме. Любопытно, чудеса какие-то. Вы кого привезли? Ее! Она 128 дней стояла! Вы меня за идиота держите? Это не она! Вы свои. Что загораем? Поехали! Значит так. Громко и внятно. Ваша фамилия, имя, отчество. Скрипникова Татьяна Николаевна. Ваш год рождения? 35-й. Образование? Неоконченное среднее. Спрашивайте ее о самом главном. А как спросить-то? Прямо. В лоб. Зачем стояла? И кто ее подговорил? Зачем стояла? Я спрашиваю, зачем стояла? Ты с кем была в сговоре? Ай! Давай наручники! Ну, живее! Тихо, тихо, тихо. Вот, сука, а? Говори, зачем стояла? Кто тебя кормил? Методы физического воздействия запрещены. Молчать, я старше тебя по званию. Ты еще будешь мне командовать. Кто тебе подсказал? Кто тебя надоумил? Так вы же ее вырубили, товарищ подполковник. На что ты есть? Оформленная идиотка. У тебя в КПЗ сидит кто? При чем здесь это? Определишь ее к ним. Зачем? Я сказал, определишь ее к ним. Нет. Партбилет на стул положишь.
за ногу! Это же Танька Скрипникова, застывшая дева! Врешь! Ей-богу, не вру, я ж там был! Я... Дядя Антип, ты меня помнишь? Гармошку мою, Василису, помнишь? Руки, руки твои жгутся. Ну, что я говорил? Ну, мы торопиться не будем. Она что ли стояла? Здесь многие стояли. Или летали. Кто на Луну, а кто на Марс. Подай ее.